Москва точит зубы на нашего губернатора Сергея Фургала. Москве не нравится его честность, открытость и неуправляемость. Москва хочет снять губернатора и поставить другого. Более сговорчивого, более покорного, более удобного. Мы должны защитить нашего губернатора. Мы покажем, что тысячи жителей Хабаровского края готовы подняться в его защиту. Вы готовы стать одним из нас? Придите на выборы 8 сентября. Напишите на бюллетене «Сергей Фургал». Пусть наш губернатор выиграет еще одни выборы с разгромным счетом. Тогда Москве придется считаться и с ним, и с нами.